Возгорание сухой растительности продолжает омрачать статистику. Накануне днем крупный пожар сухостоя произошел в поле между поселком Пикинские Гривы и Большой Пикино-Борского района. Площадь возгорания составила 10 гектаров. Стремительному распространению огня способствовал сильный ветер. Сам пожар был поздно обнаружен. Как следствие, информация о нем поздно поступила пожарно-спасательным подразделениям. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. К счастью, ни жертв, ни пострадавших не оказалось. Настроение огонь не перекинулся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.